Всем огромнейший привет! Всех очень рада видеть на своем канале. Сегодня у меня обзор корейской раскраски The Dewey Fine Limit. Всем, кто любит раскрашивать животных, она всем подойдет. Поскольку здесь настолько милые и добрые иллюстрации, что, по моему мнению, их просто невозможно обойти стороной. Совсем не ожидала, что когда-то она появится в моей коллекции. Если вам интересно, что же это за раскраска, оставайтесь со мной. Здесь я уже успела раскрасить несколько маленьких иллюстраций. Это одна из них. Раскрашивала все полностью полихромус. Сама по себе бумага плотная и гладкая. Не скажу, что здесь прям очень-очень классно ложатся карандаши, но нормально. И к этой бумаге нужно приноровиться. На этих листочках я попробовала раскрашивать Derwentine Tints, и они здесь протекли. Поэтому акварельные материалы, к сожалению, раскрасочка не выдерживает. А все остальное это призмы. Призмы также хорошо здесь ложатся. И сама раскраска на склейке. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал.
поскольку вас ждут новые и все более интересные видео о раскрасках, о планах, о челленджах, о готовых иллюстрациях, о материалах. Подписывайтесь также на мой канал в Instagram. Ссылочку я оставлю в описании. Ну и на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.